Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в King Bounty, темная сторона. Дело у нас уже идет к концу игры. Мы уже практически все выполнили, тут по мелочи осталось. Оружие возмездия осталось 2 пункта доделать. Между сериями я немножечко побегал. Что я сделал? Царство гномов, как оно правильно-то называется, сбегал. Драгондор, вроде как, да, Драгондор. И там этого ленивого гнома я на трон воздвиг, но там это 2 шага сделалось. Также на острове Песчаный привел, к полной абсолютной власти девушку Мэрин Хайт, как-то так ее звали, просто убив Огра и Капитана Черную Бороду. Это тоже так, ну не, чтоб очень уж было интересно, это я стал снимать, там, принеси, убей, унеси. То есть, ну, все вполне просто было. На Гленириме я немножечко подпрошел, там надо было паруса сделать и выманить принцессу. Я ее выманил, и поэтому у меня теперь самых верных мужчин Нитана я пленил. За счет того, что этот мужчина был верен этой принцессе. И это мужчина, это вот этот вот, вот он, Амаримон, эльф, насколько я понимаю. И сейчас у нас задание поговорить с призраком на острове Аралан. Так, пауки лазят. Давайте просто их перелетим, они нам особо не нужны. У меня левелы хоть отбавляй, поэтому как бы нафиг. Заземляемся здесь и поговорим с призраком. Пора уже с Араланом разобраться, с островом. Сник. Ого, прекрасная демонесса на эльфийском острове. Погоди, наверное, тебе говорил дух тьмы. Ты не Алина, верно? А я Сник, призрак. Лучше просто не Алина, а ты, наверное, один из разведчиков духа тьмы. Расскажи же, что здесь происходит? Чтобы такого тебе рассказать? Островом правит король Тир-Анис, его резиденция в замке Эльстар. Также в замке живет могущественный маг Назимус Незрящий, его так зовут, потому что он ослеп. Еще здесь неподалеку чудо-роща чокнутой эльфийки по имени Дандра или Дендра. Ну и конечно, весь остров кишит до зубов вооруженными эльфами. Похоже, они к чему-то готовятся. Расскажи мне, что ты знаешь о Мейдрилейде и его гробнице. Его гробница тут неподалеку, если ты увидишь ее, то сразу поймешь, что это она. Но вход в нее закрыт секретным заклинанием. К сожалению, мне удалось узнать лишь первую часть его. Запоминай. Пентакосла. Пентакосла. Ты ведь был не один, где другие разведчики? Со мной были еще гоблины и демоны, но эти глупцы позволили себя поймать. И теперь эльфы устроили 2 засады, в которых используют гоблина и демона. Как приманки. Будь осторожна, если захочешь их освободить. Возможно, они знают свои части заклинания, открывающие вход в склеп Мейдрилейда. Короче, фиг выговорить имена. Есть ли на острове магазин или вообще что-то интересное? Конечно есть, но тебе, госпожа Ниалина, никто ничего не продаст. Скорее вызови стражу, чтобы тебя бросили в темницу. Так что будь осторожна на острове. В общем-то, нам пора идти. Так, тут что? Черная поганка. Кстати, мне там надо было по какому-то квесту что-то пособирать. Какие-то поганки или что-то в этом духе. А вон еще поганка. Кто там ко мне летит? А вон еще поганка. Хорошо. Так, что нам тут нужно еще сделать? Принцесса для драконов, засада на паладина. А, так. Мастера Ордена Света я еще, кстати, должен ликвидировать. Я нашел Бастет в Атрикусе, но это очень просто было, она там на скале сидит. И, в общем-то,
теперь мы ее можем использовать в виде приманки, но нужно сделать комплект телепортации, чтобы, ну, она туда проникла внутрь, мы телепортировались и, собственно, сделали все как надо. Убили этого прощелыгу света. Давайте соберем грибочки, почему нет, раз все равно здесь. По-моему, все, да? Окей. Страсть Дендры. Добыть лекарство от плесени. А где я его тебе добуду? Залетаем. А, отнести ингредиенты Шарлю Атону. Он здесь вообще, на этом острове, тусуется Шарль Атон или нет? Не знаю. Эльфийский маяк, усадьба эльфа, лодка, эльфийский дом. Домик оборотня. А, давайте пролетимся над островом, еще посмотрим, что здесь есть. Попутно разберемся, что можно сделать. Шарль Ат, ну, знакомое имечко. Где-то мы его встречали. Значит, где-то он есть. А вот она. Вот он, древний склеп. Но мы не знаем всех слов, нужных для произнесения. Это ничего страшного. Вот сюда еще нужно спикировать. Или сюда. Давайте сюда, наверное. Лидерство. Тут что у нас? Ты кто? Вы бросили камень в отроде света. К сожалению, единорог, похоже, защищен каким-то магическим барьером. Пообещав себе вернуться позже, вы решили уйти. Ах ты ж гад. Так, волшебная печать. Ну, давайте убьем эльфов. И да, как вы можете заметить, у меня, кстати, 13 наездниц на драконах в войске. Я все-таки их взял потестить. И, в принципе, они мне довольно сильно нравятся. У них есть прикольный навык. Первый — это призыв веселого дракона. Ну, нескольких, само собой. Дальше мы можем сами призвать каких-нибудь веселых драконов. Потом можем в кого-нибудь выстрелить. И, допустим, закинуть демона до кучи в драку. Почему бы нет? Ну ты бей их, допустим. Огненный демон красный, верни, бей этого парня. А ты... Ой-ой-ой-ой-ой. Не заметил ловушку. И... Я молодец. Угу. Кто у нас ходит? У нас ходит опять внезапно демон. Так, иди сюда. Давайте пламя страсти. Предположим, вот на этих ребят. Отвлекем их. Тут атакуем так. Эти могут спикировать довольно крутым способом и всех поддамажить. Здесь можно... Имеет смысл, скорее всего, их припугнуть. Отлично. Да, и ничего другого не остается, кроме как растить всякую гадость. Что не очень, конечно, хорошо. Бей сатиров. Окей, бейте кого смогли. Недолго, правда, смогли бить.
У нас еще есть возможность удар орков сделать. И бей тогда так. Отлично. Ну бей этих. Отлично. Ты ни до кого не достаешь, а только не до кого. Ну иди сюда. Ускоряемся. А, блин, толк что? Что ускорился? Я дойти-то до них не могу нифига. Включим. Ладно, хотя бы сюда забегу. Вдруг да пригожусь. Руби. Дракошка, бей этих. Ты бей этих. Блин. Забыл, что ты пламенем дышишь. Все-таки же дракон. Ну, наездница на драконах, тем не менее. Что я могу сделать? Я могу какую-нибудь такую фигню наслать, на всякий случай. И уже со спокойной душой добить этих гадов. Ну, бей огнем. Отлично. Расправились, одну наездницу потеряли, да ладно. Бывает в жизни огорчение. Слепая ярость. Так, поверхность обелиска покрыта рядами незнакомых рун и удивительно холодна на ощупь. Неожиданно вас становится не по себе, вы решаете уйти. Да. Офигенно полезно. Зеркальная башня. В зеркальной башне мы пока тоже ничего сделать не можем. Что, конечно, не очень. Где мы тут что вообще можем? Что-то нигде ничего. Давайте около этой дендры, это, наверное. Да. Нет, ничего не смогли еще пока сделать. Шарлю Атону, Шарль. Где он, Шарль Атон? Что-то очень уж знакомое. Эльфийский маяк. Давайте вот этого дракончика завалим. Что-то мне подсказывает, что он тут нафиг не нужен бы. Может, из него ингредиент к квесту выпадет. Из этих дракончиков. Нет, яйцо дракончика, по-моему, нужно. Получите. Зеленые драконы. Отлично. Ладно, тогда не некростая. А, да что такое, к примеру, пламя страсти вот сюда. А тут сделаем, к примеру, нет, лед уже тогда нет. У меня тут еще всякое разное есть. Есть темный покров, который лечит моих воинов и калечит вражеских. Занятная штука. И закинем к вам, конечно же, демона, которого, кстати, надо было пополнить ряды. Ну да ладно. Давайте снесем улей. Хорошо. Дракон атакуй. Вы атакуете, маленький дракоша.
Так, я, блин, я забыл про тех, что рядом. Ну окей. Угу. В принципе, ладно, все по плану более-менее. Предположим, у нас такой план. Почему бы и нет? Пикируем. Отлично. Закидываем сюда шар огненный. Ну и все. Дракончики уже не переживут эту атаку. Определенно нет. Так, а восстановление я не могу делать. Я могу делать сторожевое лечение, к примеру, да? Ох, половина. Вообще шикарно. Ну что-то мне это вряд ли, да, поможет. Так, ладно, подбегай близко и призывай. Собачки, это отлично. Что делать? Сторожевое лечение. Урон, получаемый отрядом, уменьшен. Это радует, конечно. Бей этих. Минус. Ну, собаки, отлично. Дали что-нибудь нам за это? Нет. Есть такая робкая надежда. Нифига, походу. А нет, вот яйцо дракончика. Журнал. Раздобыть яйцо паука. Ну все тогда, я знаю, где яйцо паука. Полетели. Тех пауков завалим. По идее, будет нам яйцо паука. И мы тогда сможем какой-то там хитро вымученный ритуал сделать. Ну, помочь, вернее, сделать. Хорошо, когда крылья есть. Все гораздо проще. Перемещаться куда как приятнее по карте. Очень быстро можно. Вот эти пауки. Давайте их завалим. Они никак не подсвечиваются, что квестовые. Но я чувствую, что это они. Блин, я опять забыл этих демонов. Ну да ладно. Тут не так-то много пауков. А, некростаю хочу. Бонзайки. Так, стоп. Угу. Давайте демонов призываем. Сюда драконов. Тут 5000. Закидываем сюда. И закидываем к вам веселого бродемона. Так, красный демон. Бей тех пауков, что рядом. В этот раз я помню о них. Вот, и бей тех, что впереди тупо. Зеленые драконы не очень. Ну, добивай, отлично. Ух ты, ты зря его сердишь. Ой, зря. Я, наверное, говорил, что зря, но еще раз повторюсь. Просто там демон затащил. А, дракону в спину. Пчелки. Пикируем. Это классный, конечно, навык. Зато теперь не могу выстрелить. Могу сделать пламя страсти.
Отлично. А на пофиг, не будем стрелять. Не очень-то и хотелось. Ты делай источник маны. Как побольше бы погубить этих существ. Оружие хаоса я только на него могу наложить. Офигительно. Это тоже нафиг не нужно. Давай. О, еще не на тех. Ну ладно, все супер. Итак, справляемся. Деньги возьми, я не знаю. Все равно сумма. А нет, метель. Эти бронявые, смотри-ка ж, паучки. Просто тут демонов, конечно, мало. В этом, наверное, их секрет бронявости. Удар. К примеру, сюда. Ну, давай сюда закинем. Это не так трагично. Все? А, нет, еще чуть-чуть живых есть. Вот этих паучков осталось завалить. Нафиг ускориться, конечно же. И курать. Блин, много наездниц погибло, надо наездниц в город. Ну, в город, в убежище свое вернуться, чтобы поднанять. Некроста. Давайте демона Амура лучше качнем. А, пофиг, некростаю. Почему бы и нет? Этих ряды пополним. Так, отнести ингредиенты. Я готов. А, только вспомни, где его там замок. Где-то там. Также не забываем сохраняться. Игра аж удивилась, что я вспомнил, что стоит сохраняться. Так, вот замок. Вот здесь где-то спустимся. И давайте в замок зайдем. Узнаем, что же за ритуал такой, как мы сможем в нем поучаствовать. Так, сюда вроде, да? А вот и Назимус незрячий. Да, ага. Да, учитель, я все принес, как ты и приказывал. Вот эти яйца и ростки, отдать ингредиенты. Отлично, оказывается, тебе еще может быть какой-то проб, забирай все ингредиенты. А теперь отправляйся в лес за грибами, мой Джаниэль. Голосом Джаниэля, понимающий, грибного супчика захотелось на сатавник. Что? Нет, не за сыроежками, болван. Ты должен принести мне в этот раз особенные грибы. Называются Микозентис Микозявус. Синенькие такие, ты их ни с чем не перепутаешь. И поторопись, время не ждет. Так, хорошо. Эй, не Алина, я тут слышал твой разговор с этим старым хрычом. Ты что же, в самом деле собираешься искать для него эти грибы, как они? Мим, мико, козявка, микозентис, микозявус. Синенький, да? А что такое? Ты что, не понимаешь? Этот эльфийский гад собирается совершить ритуал против орков и вообще темных на острове. А ты собираешься помогать ему? А что ты предлагаешь? Слушай сюда. Этот Назимуш, он же вроде слепой. Так, я предлагаю тебе найти для него обычных мухоморов и подменить ему ими его грибы. Он начнет с ними творить ритуал, а они пшик, и ничего не получится. Сечешь мой план? Кажется, да, ну и голова ты, черныш. А где мне найти мухоморы? Да их везде, как грязи. Уверен, что и на этом Оролане они найдутся, если хорошенько поискать. Ну давай, не подведи тьму. Хорошо, черныш. Будем, короче, стараться. В общем, нам надо сорвать план этого Назимуса. Ну, пойдемте поищем мухоморы. Что нам стоит.
куда? Сюда же движемся, все верно? Угу. С высоты полета, я думаю, будет проще искать грибочки. Возле дендр где-нибудь, я думаю, они вполне себе могут обитать. Вот где-то. Ну тут вряд ли. Где там это дендра? Ну не дендра, а вот это вот. Вот это место, мне кажется, здесь по-любому должны быть грибы. Как-то похоже на это место. Ну либо туда опять на болото сваливать, или как оно там. А, лилия ничего не дает. А вон, кстати, и гриб. Отлично. Мухомор. Ищем дальше. Значит, моя теория более-менее верна оказалась. Единственное, что тут только он один, что ли? А другие, типа, в других местах. Вот это не очень круто. Ну ладно, телепортируемся. Стоп, хватит телепортироваться туда-сюда. Ты, может, мне продашь чего? Нет? Ну, как хочешь. Залетаем. Почему-то мне кажется, а, где-то тут дерево стонет. А, ну вот оно. Почему-то мне кажется, эти грибы должны быть на болоте. Полетели на то болотце. На карте же они вряд ли отмечены хоть чем-то. Поэтому быстренько летим туда. Это вот таким вот образом. Где-то здесь они должны быть. Ну вот я еще один гриб вижу. Мухоморушка ты мой. Окей. Походу, да, это все, да, на этом месте. Один долбанный мухомор. И где еще один искать? Хм. Так, сюда я зайти не могу, у меня нет пароля. Пентакосла. Криптиль бумбасла. Нет. Пентакосла, карабасла, бумбасла. Хм. Войти в древний склеп. Внезапно мы попадаем в склеп. Окей. Я ж не против. Давайте сохранимся. Не ожидал, что у нас уже все готово для этого. Так, вампиры. Дружественный отряд, это, конечно, круто. Гнездо дракончика. Яйцо. Яйцо. И вон что-то квестовое впереди. Череп эльфа. Что тут еще может быть? Это все декорации. Хм. Так, ладно, призрак, свали. Говорящий череп. Приветствую вас, мадемуазель. Клянусь корнями и короной. Вы самая прекрасная дева, что появлялась здесь с момента моего захоронения. Ой, кто здесь? Посмотри под ноги, мадемуазель. Я здесь, клянусь небом и звездами, ведь снизу восхитителен. Меня зовут не Алина, а ты говорящий череп, как это возможно? О, это долгая история, мадемуазель. Не Алина. Но вы непременно должны ее услышать. Итак, 700 лет тому назад в Золотолесье жил-был принц Кирну. Слушать.
Прошло полчаса, и потом Бран Зеленый Фиг сказал Гвелину Дубовая Ветка: «Видно, вдвоем нам с тобой, брат, помирать». А Гвелин Дубовая Ветка в ответ: «Воистину поучительная история, но мне, пожалуй, пора». «Уже уходите, мадемуазель? Вы так и не сказали, что вы здесь делаете. Прошу, скажите, уж поверьте мне, я умею держать язык за зубами. Точнее, умел бы, будь он у меня. Я ищу могилу одного эльфа. Его звали Маэд Риэлейд». «О, мадемуазель, в склеп Маэд Риэлейда ведет потайной проход, и я боюсь, вы никогда не найдете его без моей помощи. Однако, прежде чем помочь вам, я сперва попрошу вас о небольшой услуге». «Может быть, ты мне сначала расскажешь, где этот секретный проход, а потом я помогу с твоей небольшой услугой?» «Э, нет, мадемуазель. Моя жизнь научила меня не доверять красивым женщинам, а красивым демонессам вдвойне и втройне. Вы слово держать не умеете. Так что, если хотите знать, как попасть в тайник Майдре Лейда, сначала помогите мне. В общем, что тебе нужно-то? Соберите мои кости, они разбросаны по этому подземелью, и помогите восстановить мой скелет». «Хорошо-ка. Хорошо. Собрать кости. Интересно, как это сделать. Тут между делом какие-то два портала. Возможно, имеет смысл залезть в один какой-нибудь. Ну или не в один. Злые пауки. Саркофаг. Внутри саркофага обнаружилось немного золота. Кость обнаружили. Деньги. Ай! Зажали нас пауки. Окей. Причем какое-то смешное количество пауков. Они все равно нам особой конкуренции не составят. Ну, черный дракон. Черный дракон — это всегда отлично. Закидываем демона, который тот же казнь проводит. Этот этих казнит. Ну, дракон тут что-нибудь немножечко делает. Давайте я ярость хотя бы. Шикарно. Бьем. Пикируй сюда. На помощь. Ну и добиваем. Ни о чем мощный враг. О, кости подсобрали же, да? Да. Хорошо. Больше здесь, по-моему, ничего, да? Ладно, выходим. Где еще у нас могут быть кости этого товарища? Конечно же, здесь. Сильный отряд вражеский. Это что? Вы услышали таинственный шепот, и на каменной поверхности зажглись рунические символы. Расшифровав их и прочтя формулу, вы повысили свои магические резервы. Миг спустя магические знаки погасли. Сила покинула алтарь. Окей. Деньги, в общем. Тут, чтобы эти нагробия покопать, нам надо убить вот этих веселых зомби, которых тоже преступно мало. Ну, больше, чем, правда, тех, но все же. Я не думаю, что они нам какой-либо вред могут серьезный причинить. Тем более, давайте вот такую колдосу сделаем. Промах? Печаль. Еще промах. Вдвойне печаль. Пламя страсти тогда. Особо ничего не можешь, ты же призванный.
Палач, палач. Бей этих. Окей. Да, ладно, бейте его, чё уж там. Чё уж там. Так, давайте вампиров. Ударом орков порадуем. Ты бей так. Пора немножечко сюда спикировать. Чё вы тут делаете, гады? Да чтоб тебя! Вот же скотина какая. Никак в него не попасть. Давайте запугам. Добей уже вампиров. Отвертки, гады. Вот сволочи, реально. Сколько можно уворачиваться? Эх, нечестивые дела над нашим воинском творятся. Которое, в принципе, само не особо так, чтобы честивое. На самом-то деле. Пока щит орков. Угу. Выманивать этих вампиров достали они. Эх, ну, опять промах, да чтоб тебя, вампирское отродье. Если сейчас демон промажет, я не знаю, это жесть просто. Это какой-то, я не знаю кто он, Джеки Чан, Чак Норрис, там все в одном лице. Так, мои наездницы уже почти все погибли. Вот это не очень здорово. Что имеет смысл сделать между делом? Как-то вот этих охладить был. Давайте шиндарахнем. Ну ты, конечно, не попадешь, о чем речь. Это же самурайский самурай. Он не ведает поражений. Конечно, мимо. О чем речь? Да, тут уже, конечно, посерьезнее воинство против нас. Так, убейте уже этого гада. И этих. Что еще я такое эдакое могу сделать? А, к примеру, так. Шикарно. Не достаю. Ну, ты, конечно, не попал. Ой, попала. Зачем? Зачем ты вдруг решила одуматься? Отлично. Добежишь? Добежал. Какой наглый гад. Чума. Знаете, чему выучим, почему нет. Заражает существо, снижая его всякое там такое, эдакое. Давайте заразим тебя чумой, гад.
то нас перезаражали чумой. Да, это не очень здорово, то, что нас позаразили. А лучше уже хоть выстрел. Уже хоть как-то от тебя избавиться, вот лишь бы просто избавиться уже, честное слово. Как ты меня достал. Ну... А, демоны вообще не, по-моему, не способны попасть в вампира. У меня создается такое чувство. Еще чума гуляет. Сейчас, блин, вот часу не легче. Дракон зато без проблем попал. Красавчик, чё. Давайте ударимся оземь. Чё бы нет. Я тут ничего особо не могу. Ну ты попробуй попасть, конечно, но шансов на это мало. Черт, на чё я там нарвался? Призови кого-нибудь. Еще тебе. Получай, страдай, гад. Нет, дракон, больше не лезь. Отлично. Ну ты промажь. Отлично, все по плану. Сейчас ты добежишь и промажешь. Ой, боже, попал. Ну, не особо так, что большие потери, но все же. Неприятно. Кость обнаружил. Это уже приятно. Все, что ли? Уходим. Значит, кости остальные здесь где-то. Блин, что столько пауков? И не только пауков. Это дружественные. Но дружественных здесь не так-то много. Все пополнилось, отлично. Ладно, давайте пока из скрепа выйдем, мне надо слетать на самом-то деле. Слетать куда-куда? В убежище? Само собой. И здесь уже пополнить воинство свое. Наездниц, на что их заменить? Кто тут? Ау, куда пошел? Кто может послужить хорошей заменой наездницам? Да, то их тут мало. Надо подумать. Пока наездниц сюда закину. Наверное, простых импов. В таком случае пока что найму. Пусть. Телепортируемся на Орлан. Надо еще один грибочек хотя бы найти. Где он только может быть? Может, какая-нибудь ведьма? Ну, кто тут у нас? Хижина ведьма, все логично. Сможет помочь, ну что-то вряд ли, да? Где этот гриб гадкий растет? Там у нас один гриб сорван. Где-то должен быть еще гриб. Или вернуться в склеп. Не, ну в склепе сейчас куча боев. Это, наверное, попозже.
Я б не прочь найти грибок. Кости. Толку-то с них. Не очень с этих костей. Может быть, здесь гриб? Что-то не очень, да? О, может, гриб у грибника? Включим логику. Благословление купим. Мне какой-то один свиток остался, по-моему, лечение. И все будет хорошо. Ну, это который надо магу отнести-то. Ну, в нашем убежище. Так, ладно, садимся сюда. А вот и гриб. Отлично. Полетели. К нему, к незрячему, к этому еще раз наведаемся. Наверное, будем заканчивать на этом серию. Довольно долго уже вышло. Ага, пришли в замок, все отлично. Сохранимся, само собой. Побежали. Что ты нам сможешь сделать с этими грибочками? Так. Ага, вот и мой подмастерье вернулся с грибами. Давай их сюда. Конечно, наставник, вот они. Синенькие Мизакентис Микозябус, как ты и просил, отдать мухоморы под видом волшебных грибов. Вот отлично, давай их сюда, забирает мухоморы. Голосом Джаниэля. Наставник, теперь-то будем начинать ритуал? Наберись терпения, юный Джаниэль. Не хватает еще одного ингредиента, самого главного. Какого же? Принеси мне сердце орка или гоблина. Джаниэль, желательно молодого и сильного. Справишься? Так. Можем отдать сердце Джаниэля под видом орочьего. Да, ты молодец, Джаниэль. Может быть, из тебя и выйдет толк. Забирает сердце бедняги Джаниэля. Я старался, мудрый Назимус, а теперь начнем ритуал. Так, погоди, дай подумать. Ингредиенты есть, Мизакинтус, Микозябус есть, сердце орка есть, пора начинать ритуал. Назимус хлопает в ладоши, и внезапно все вокруг темнеет. Что это? Это зал для ритуала, да? Это забавно все тут устроено. Окей. Что стоишь столбом, рот разинул? Помоги мне подготовиться к ритуалу. Так, ну поведай, что же я должен сделать. Сначала я измельчу принесенные тобой ингредиенты, смешаю с грибами и проведу особый ритуал с сердцем. Все, что тебе нужно сделать, по моей команде прочитать все это этот свиток беззащитности, в общем. Назимус дает вам магический свиток. Все понятно. Голосом Джаниэля. Прости, Назимус, но где мы это? Ах да, ты же все еще здесь еще не был. Это моя потайная лаборатория. Раньше я тебя сюда не пускал, чтобы ты не разбил мои пробирки с гомункулусами. Но теперь мне нужна твоя помощь. Давай начнем ритуал. В общем, Назимус измельчает в медной ступке каменным пестиком принесенные вами ингредиенты. Ждем. Назимус заливает принесенные вами мухоморы какой-то мутной жижей и добавляет в нее измельченные ингредиенты. Внимательно наблюдаем. Назимус отваривает сердце в маленьком таганке. Ждем. Назимус совершает странное магическое действие над подготовленными ингредиентами. Внимательно наблюдаем. Назимус вдруг указывает пальцем в вашу сторону. Сейчас, Джаниэль, прочистит заклинание беззащитность наоборот. Назимус завершает ритуал странным и жутким песнопением. Слушаем. А теперь возвращаемся обратно в библиотеку, Джаниэль. Окей, вы испортили ритуал Назимуса, прочитав заклинание беззащитности наоборот. Окей, испортили что?
Так, задание провалено. Хорошо. Так, Дженниэль, я немного удивлен. Что-то не так пошло с ритуалом. Мое заклятие подействовало не на орков, а на нас, на эльфов. Ты чувствуешь это? Слабость в ногах, дрожь в руках. Ты ничего не напутал с заклинанием или ингредиентами? Как ты мог подумать, такой учитель? Я был очень внимателен. Тогда что же пошло не так, Дженниэль? Так, ну давайте отвечать. Я нашел, я все собрал, добыл. Да, тут ты молодец, Дженниэль, должен признать. Из всего этого следует только один вывод. Ты сам не хотел успешного завершения ритуала на Зимус. Как такое может быть? Я всю жизнь служил свету. Вот именно, служил. Ты не был светлым в душе, Назимус. Ты подчинился светлым, а в глубине сердца ты всегда был темным, как твой друг Мейдрилейд. Ты ведь знаешь же. Нет, я не такой. И откуда ты вообще знаешь о Мейдрилейде? Это было еще до твоего рождения. Да, Мейдрилейде все знают. Ты был его другом, его учеником и помощником. Когда он тебе открылся, ты предал его. Не очень-то светлый поступок. Мадриэл, ты разбудил во мне давние воспоминания. Юный Дженниэль погружается в раздумья. Мы были дружны с Мейдрилейдом, без сомнения. Я готов был отдать за него жизнь. И когда он пришел ко мне, чтобы поделиться своими планами, я пришел в ужас. Но я также почувствовал, что в его словах есть жутковатый соблазн для меня. Стать властелином мира, править лишь вдвоем. Заговорить обычным голосом. Я так и знал, Назимус, что ты темный, что ты один из нас. Дженниэль, что с тобой? Нет, подожди, ты не Дженниэль. Ты вообще не мужчина. Но кто ты? Мое настоящее имя Алина, Назимус, и я послана духом тьмы, чтобы вернуть Мейдрилейду жизнь. Что? Но это невозможно. Мейдрилейд сотни лет как мертв. Я сам видел, как замуровывали его могилу. Он был мертв, слепой волшебник, но тьма любит своих преданных служителей. Дух тьмы вернул его обратно, и дух тьмы даст ему силу и власть. Но как? Вопросы здесь задаю я, колдун. И к тебе уже один вопрос. Ты готов перейти на сторону тьмы и притянуть служить ей так же верно, как до этого служил свету, но при этом искренне? Да, я буду служить великой тьме, Демонесса. Буду служить честно и преданно. Хорошо, я верю тебе. Что нужно сделать? Собрать кости. Приветствую, прекрасная госпожа. Чем твой верный слуга может угодить тебе? Давайте соберем на его товары. Так, посох берем. Книга зла, ослепление, меч титана. Окей. И ладно, давайте на этом тогда остановимся. Продолжим в следующей серии. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.